солнце, пальмы, море буквально в 100 метрах. Это значит, что мы приехали в место под названием Макухари Мессе, где проходит ежегодная выставка Tokyo Game Show. Знаковое место на самом деле, Макухари Мессе. Здесь действительно ощущается атмосфера курорта. Я обожаю сюда приезжать. Практически каждая большая улица продублирована еще улицей параллельно сверху идущей. То есть ты как бы можешь идти над городом постоянно по этим мостикам. И здесь очень круто, зелень рассажена, цветочки растут, атмосферка классная. Действительно, такое ощущение создается, как будто здесь Майами. Душа отдыхает, ребята, душа отдыхает. Рекомендую всем посетить обязательно Макухари Мессе. Тем, кто хотя бы немного увлекается видеоиграми, наверное, известно, что в последнее время в Японии практически не производится ничего хитового. Только очень редкие какие-то тайтлы появляются, типа Dark Souls. И даже, в принципе, назвать-то больше нечего. Поэтому мы сегодня, на самом деле, настроены скептически немножко. Посмотрим именно, что предлагают японские производители. Может быть, даже каких-то русских найдем производителей видеоигр, посмотрим. Не очень, конечно, это пока еще напоминает VR, честно говоря. Как-то просто не особо ощущается. И очень жарко в этих наушниках и очках. Мечта всех японских школьниц практически. Игра в виртуальной реальности, где можно сходить на свидание с бойфрендом. Виктор очень рассчитывает на самом деле. Очень рассчитывает на будущие VR-технологии. Но смотри, как говорится, в чьих руках будет это оружие, да? И что на основе него будут производить. Дансей, дансей даке? Айте, айте. Говорит она такого высокого, как я, видит впервые. Привет, друзья! Мы с вами начинаем сейчас очень интересный стрим по игре Ведьмак 3. Ледяные сердца. Им нужно ставить сюда девушку, вот сюда, чтобы рядом стояла, чтобы можно было полностью уже ощутить себя королем гейминга, да, геймспорта. Давай, девушку позовем. Девушку, давай, девушку. Вот видишь, для всего им требуется разрешение. Ничего не разрешает, короче, да. Кинг написано, Кинг Сириус. Место короля, да. Сколько отсылок сразу, да, в этом видео. Патриотизм можно найти в любой точке мира. Смотри, белый, синий, красный. Ништяк. Или СК. Окей. Слишком большое, по-моему. Даже для меня. А, здесь музычка хотя бы есть. Оп. Во, муравьишки, смотри. Понимает звездный десант. Да. Пойдем, девочки, уже подойдем. До диска. Кива. Кива. Видишь, можно почувствовать магию. А надо на эти банские на гейм вот ремаска. Натору! А по краске найти. Симпатичная тоже девочка, но говорит, не играет в игры. Она меня спросила, в какие игры я играю. Я хотел сказать ладушки, но не понял, как это будет звучать на японском, вот реально. Скины гейм от Ари, она там. What is it? Skin the game, Arimasuka video game. Skin the game. Final Fantasy. Where are you from? I'm Japanese. Ni hao. Sorry, too much. Okay, okay. Kawaii kara. Bonjour. Two words can't even make it. You don't have to. Ichiban ii, anata no nibyo. Thank you.
она меня выиграет уже, смотри. Короночку, блядь. Все попало. Thank you. Вообще нормально, конечно, что можно свободно поиграть во все игрушечки новые, интересные. Но пока что я не нашел для себя хорошей какой-то игры, которую я кайфанул. Street Fighter, конечно, зашел, потому что я выиграл 6 раз подряд. Но остальное пока не особо зашло. Вот, мы находимся сейчас на стенде компании Wargaming. Там NPC стандартные, они очень происторичные. Они основаны на скетчерском. We have more than 200 tanks, more than 15 maps, and they are all constantly being updated, evolving, we're adding new lines, new tanks, and you drive tanks. Давай просто послушаем сами, что это за тема, да? Try to fight your enemies and defeat them. I mean that it's available on iOS, Android, macOS, Steam, Windows 10, and it's truly cross-platform. You can play with your friends on your device, while he's playing on his device, and you will be in the same battle. Я пока не скачал, но я готовлюсь. Я сейчас найду кого-нибудь, кто мне объяснит, как играть вообще в эти мобильные игры, потому что я в этом совершенно не разбираюсь. Dracula versus Van Helsing tank. This was last year. And this year we have something special, which I will talk about a bit later. Ты понимаешь, что если интернациональная выставка, все хотят говорить на английском языке, даже если иностранные спикеры. Но когда выступает русскоязычный спикер, было бы круто, если бы они говорили на русском, а перевод бы сразу шел на японский. Вот это был бы вообще топчик. Мы оптимизировали, да, перенесли вселенную World of Tanks на мобилы, но очень-очень сильно ее изменили. В основном японцам нравятся игры, да, и здесь по Tokyo Game Show видно, что игры, которые отличаются от остального рынка. Например, здесь очень много анимешных игр. Square Enix, да, Final Fantasy это такой международный бренд, но большая часть выставки это игры, которые на европейский рынок особо либо не вообще не выходят, либо не заходят. Вот поэтому мы достаточно были такие скептические по поводу японского рынка, но при этом постарались адаптировать игру в любом случае, перевели ее и на японский, там, очень большое внимание уделяли локализации, потом пустили ветку японских танков. Я думаю, что успех в том, что Blitz вышел и был, наверное, единственный такой трехмерный именно экшен ММО, сессионный. То есть это было 3 года назад, тогда реально не было таких игр. И мы успели завоевать какую-то аудиторию, которая сейчас там активно в нее играет. На самом деле мы сами удивлены. Но это круто. Я, честно говоря, вообще думал, что здесь киберспорта нет. Ну, как класс. Мы посмотрим на Dota, Counter, League of Legends, ну и я не знаю каких-то выдающихся японских команд. У нас он очень сильно зашел. Там где-то 7 из 8 топовых команд на Азии – это японские сейчас. У нас будет вот воскресенье турнир. 2 топовые команды будут сражаться, тоже японские азиатские. На мой взгляд, мы как бы даем вообще проковырять дырочку Японии в киберспорт. Вот, надеюсь, что они победят и приедут к нам в Минск уже на гранд-финалах. Я вообще Японию люблю. Здесь уже, наверное, раз 10 бывал. Офис у нас здесь есть. Вот японские игроки, как ни странно, ну, точно по статистике, можно во всех наших проектах, японские игроки самые платящие, ну вот, самые такие вовлеченные. К сожалению, компьютеров PC-шных здесь немного, здесь в основном на PlayStation играют. Но вот и Blitz, и PlayStation-ская версия, и PC-шная версия здесь танков наших, ну и кораблей PC-шных, очень хорошо заходят. Вот. Мне интересно, вот 10 раз в Японии приезжаете, все по работе каждый раз? Да. Интересно вообще, это же, ну, как бы бизнес, правильно? Насколько вообще легко бизнес в Японии вести? Японцы, ну, не знаю, на данный момент для меня они все очень вежливые, слово держат, обязательные, порядочные, пунктуальные, ну, и дальше по списку. Нам повезло, мы сразу нашли очень хороших пацанов. Первые 2-3 раза, когда мы сюда приезжали, у нас была задача, ну, посмотреть, присмотреться, ну, грубо говоря, знакомый знакомого посоветовал
одного очень хорошего японца, который как раз-таки занимался оперированием здесь, в Японии. Тоже военные игрушки, ну, не буду называть имя, военные игрушки нашего типа. Как-то так он с той работы ушел, мы сели потом в третий наш приезд. Слово за слово разговорились, и он согласился нам помочь. Если бы мы уже конкретно этого человека не встретили, наверное, по-другому могли бы как-то дела пойти. Но плюс он еще своих там старых каких-то корешей тоже там где-то разбросанных по игровой индустрии пригласил. И у нас практически сразу получилась такая сбитая команда. Мы не пожалели, сняли офис в Токио, вот там человек 20 поначалу было. И все, и как-то забежало, заголосилось, им указывать ничего не надо. Они сами все придумывают. Большинство наших варгеймовских, как это, они называют это collaboration, то есть сотрудничество, оно как раз в Японии. Мне вот интересно, вот считается так, что смотри, в Японии считается, что бизнес очень долго идет. То есть там очень много встреч, переговоры. То, что вот у нас как бы принято более все быстро делать. Встретился, там раз, руки пожали, уже что-то делается. А в Японии все очень долго. Вот как насчет этого? Я бы так сказал. Ну, во-первых, с одной стороны, если посмотреть историю их развития, ну, после окончания Второй мировой войны, ну, до 90-х, до нашего времени, то все-таки вот тут такой «Звездные войны» они построили из практически средневековья очень быстро. То есть где надо, они там ого-го. Ну и там дома, архитектура, технологии, там автомобили, там роботы и прочее. Вот, военная техника у них тоже есть. Это с одной стороны. С другой стороны, и тут 120 там с копейками миллионов. Нельзя сказать, что вот это как это. Все немецкие девушки некрасивые. Это неправда. Но их там тоже очень много, есть и красивые. Вот. Ну, это наши почему-то так говорят. То же самое, если, ну, понятно, что есть какие-то там традиционные бизнесы, может быть, есть большие там мегакорпорации. Там может быть как-то по-другому, они там сколько-то раз кланяются, да, есть у них такой этикет. В нашем случае мы все-таки попроще. То есть наши японцы, которые варгеймовские японцы, они все-таки геймеры из игровой индустрии. Эта индустрия, ну, она везде в мире традиционно более динамичная. Это раз. Во-вторых, мы в варгейминге, ну, у нас сейчас уже национальностей, даже боюсь, сколько буду считать, очень много, и у каждой национальности есть свои особенности культурные, включая, естественно, японцев. Что мы делаем? Мы просто достаточно часто съезжаемся вместе. То есть вот мы сюда, ну, там, европейцы, там, киприоты, русские, вот сюда, значит, приехали, сейчас выставку отгремим, потом, ну, сходим на ужин, там, посидим, поговорим, говорится, обменяемся опытом. Там саммит какой-нибудь маркетинговый проходит, значит, сотрудники японского офиса тоже к нам приезжают. То есть, ну, мы именно вот внутренним культурным обменом стараемся разрушать где-нибудь там еще окопавшиеся средневековые традиции разных народов. Я думаю, у нас получается. Реально, ну, вот эти вот все коллаборейшены, которые они здесь делают и продвигаются, те же танки, тот же Блит, тот же PlayStation, ну, быстро. Вот на этом Tokyo Game Show что-нибудь вот задумали, вот в этой комнате, ну, так, обсудили на рукопожатие. На следующий Tokyo Game Show уже будет какой-нибудь там новый художник, новый там анимационный телесериал, там как-то присутствуют там новые маечки там и прочее. Единственное, что у них есть, они все-таки чуть-чуть больше начальства уважают, никак нельзя их в этом переубедить. Вот когда автобус отъезжает на ужин от отеля, если я вдруг на 5 минут задержался, ну, курьез такой, вот на 10, один раз, помню, на 15 задержался, стыдно было, вот пока начальство в машину не сядет и не тронется, автобус будет стоять, и все в этом автобусе будут, так сказать, жариться. Ну вот, я пытался объяснить, что, ну, вы поехали, я бы за 15 минут позже. Нет, вот пока. Ну, с другой стороны, ну, если им так хочется, пожалуйста. На канал, вы на мой канал не подписаны? Вот с этого момента уже подписываюсь. Да, да. Мы делаем видео о Японии, как раз знакомим с интересными личностями. Все, в Японии, вот, ну, я пацанов спрошу, или там киньте ссылочку, и в обязательном порядке. Сейчас вообще, если честно, я вот, может, поздновато для себя обнаружил, но вот люди, которые делают видеоблоги вот такого формата, ну и там стримеры и так далее, там уже по-разному их называют, инфлюенсеры, это просто офигеть как круто. Я вот немножко проморгал, вот признаюсь честно в камеру, проморгал этот момент, рассчитывал больше, ну, ментально, может, уже там старею, не знаю, там традиционная реклама, там, ну, пиар такой вот по старинке, а тут раз, и такой целый пласт информационных вот таких, короче, залежей. Вот, все, исправлюсь. Я ж, почему и подошел-то, вижу, смотрю, вот она, пресса, будущее стоит, а я тут стою, кофе пью, шоколадку и ничего не делаю. Надо быстренько воспользоваться возможностью. Важность видеоблогинга, да? Вообще, людям, интересующимся Японией, только один совет. Уж найдите возможность, прилетайте в эту Японию. Японию любить на расстоянии, конечно, можно,
вот, и познавать. Но лучше вот разочек сюда прилететь, заселиться, ну, там, в какую-нибудь гостиничку, походить по этим мелким улочкам, ресторанчикам, посмотреть на эти небоскребы, проехаться по, на таксичке по этим огромным мостам там и эстакадам. И обязательно, ну, лишний день – это автобусная экскурсия на Фудзияму. В Японию нужно приезжать, реально, просто найдите время, приедьте в Японию. Тут каждый день, каждая минута будет наполнена смыслом, да, и открытиями удивительными. Расширить кругозор. Да. Так, все, вот мои товарищи поняли, кто вожак стаи. А, то есть они сразу определились, что ли? Да, альфа-самец. Ты! Ну-ка, иди отсюда, я тут альфа-самец. Сейчас он не понял. Да, да, ты что? Ну ладно, сейчас, ладно, сейчас встретимся с врагами. Пусть больше этих самых скальпов вывезет сильнее. Классный камуфляж у него. У них какие-то не разукрашенные танки что-то. Нет, это какой-то понтовый камуфляж. Там, не знаю, Рондон-Дон какой-нибудь. Вот Е-соты написано. У меня даже такого... Не, ладно, мы не за понты здесь. Мы здесь ради мира на земле. О, так. А вот сейчас будем уже раздавать. Ну давай, давай уже, выезжай. Не хотит, все. Не хотит. Назад, сейчас он мне раздаст. Ага, притаился в засаде, хитрый. Там до одного выстрела или он выживет? Так, сейчас посмотрим. Нет, а вон его подбили уже. У меня вон пасут. Вон, так, все, этот вот получил оттуда. Ну, сейчас поехали те забирать вон того. Я тоже почему? Может, я заберу. Он полуживой уже, он там почти. Ну, да, на два выстрела. Ну, просто, как это говорится, тот последний, тот и... Папа, блин. Фраг ушел налево. Главное, вот, чтобы первый выстрел прошелся куда-нибудь туда. Так, 268, пинт немножко меня заносит. Профессионал. Ну что? О! И поломал мне боеукладку. Ну ответишь. За боеукладку. Это ж казенное вообще имущество. Может, тараном взять, там камикадзе было достижение. Он тоже тяжелый. Ну, в Японии можно, конечно. Не, сейчас мы его. Вот так вот. А сейчас можно, кстати, тараном. Ну, так, сейчас я с этим разберусь, вернусь. Но он тоже почти добитый уже, все. Да. Не-не, ну наши проиграли, ну геройство. Не, ну получили удовольствие. Ну, да, да, все, да. Есть к чему стремиться. Вот, играйте в блиц, да. Побеждайте. Вот этой кнопкой ты стреляешь, поэтому когда ты нажимаешь, да, на нее, ты стреляешь. Слушай, а пушкой как управлять? Это я пушкой управляю, камерой, да? Да. Когда ты вращаешь камеру, твое орудие поворачивается вместе с камерой. Да. Сейчас. Вот на камни наезжать не надо. Ну, прятаться за ними, кстати, очень удобно. Снайперский режим, потому что тебе будет попроще. Там долго перезарядка-то длится? Сейчас она закончится. Видишь, этот кружок – это твоя перезарядка. Все, надо убегать, короче. Так, и так, на так, тебя так, едут так, трое подожди. Сейчас, тебе будет тяжело. Ну, я понял. Все, твой танк уничтожили. Ну, ничего страшного, первый опыт игры – это всегда очень как сложно. Ощущение? Да нет, я пока не разобрался с управлением-то еще. Надо попробовать еще разок. Давай еще. Слушай, может, надо прятаться за союзниками? Лучше нет, а то я что-то главное, поехал. Не подпирай союзников, а то они не будут тебя благодарны. А то я поехал в прошлый раз вообще на рожон, да, меня там зажали просто конкретно. А давай за этим поеду. Вот это, да, наверное? Тот, наверное, уже уехал сбоку, который был. Ты попал! А, да? Да! Это так быстро ты долетает, нанес смотри. Урон! О, да. еще один, смотри. Ну, он у тебя убегает. Слушай, так быстро и еще один. Целься на него и стреляй. Снова попал. А, слушай, смотри, быстро он, да, снаряды долетают. Сейчас. Вот эти мешаются теперь мои. Близ это вообще очень динамичная быстрая игра, поэтому нужно быть всегда на чеку. Сейчас. Вот они сюда едут, да, сейчас? Они сейчас спустились в ложбину. А, они внизу там едут? Да, они внизу находятся. А вот один сбоку, да, какой-то туда получается? Да, сбоку есть один танк. Он прям и здесь, он приближается к тебе, целься на него. Будь готов выстрелить. Не. А он меня видит тоже, да? Да. Сейчас он будет выходить. Рикошет. Как так? Ну смотри, он тебя тоже не пробивает. Слушай. А, потому что я тоже рикошетом стою. Так, это я стреляю или что-то? Что происходит? Сейчас тебе перезарядка идет. Он прям здесь стоит, да? Да. Давай, выходи. А, нет, он за домом спрятался. Какой хитрец. Давай, иди сюда. Я думаю, сейчас он будет пытаться обойти тебя сбоку, поэтому готовься. Он сейчас не в засвете. О-о-о. Вон он! Давай. Снова пробил. Ему чуть осталось, да? Ему совсем, да, буквально на один выстрел. О, он сейчас он пробует выйти здесь. Погоди, его добили. Я могу бустить? Все, он умер. Его добил кто-то из твоих союзников. Но мне фраг-то засчитали или нет? Нет. А за убийство? Засчитывается только, да, тому, кто убил. Не, поначалу управление для меня непривычно на мобильнике, да, но потом привыкаешь, в принципе, за пару минут я уже привык.
со второго боя уже почти уничтожил своего первого противника. Это хороший прогресс. Если ты хорошо прицелишься в место, где находится боеукладка, и ты подрывешь боеукладку, ты с одного выстрела уничтожишь врага. Вот реально с одного выстрела. Если бы я еще знал, что такое боеукладка... Нахуй гуглить тебе. Удачно удалось зайти на стенд Wargaming. Приятно всегда видеть, что отечественный производитель тоже представлен на японском рынке. Причем, как мы пообщались с народом, с местным, очень неплохо у них идут дела. Пообщались даже с самым главным топовым человеком в этой компании, хотя я, в принципе, этого совершенно не ожидал. Пригласили его в Ансен сходить в следующий раз, поэтому, ребята... Я думаю, теперь наши дела пойдут намного лучше. Мы, хотя здесь пробыли не так уж долго, всего лишь на 5 часов успели посетить эту выставку, но очень продуктивно. То есть здесь сняли и видеоигры, и девушек, и... Ну, вы сами все видели. Эксклюзивное интервью только на моем канале, как обычно. Ребят, если вам понравилось это видео, обязательно уже поставите лайк, обязательно. Напишите обязательно в комментарии, если вы хотите, чтобы я и дальше посещал подобные мероприятия, делал подобные репортажи. Это очень важно для меня. А мы увидимся с вами в следующих видео. С вами был Сергей Кулаев из Японии, из Токио. Хотя здесь, в принципе, еще не совсем Токио, это все еще Макухари Мессе. Мекка для выставок вообще японских. Не забывайте об этом. И море рядом.